Привет, банда! Убедитесь, что вы подписаны на мой канал. Кнопка подписки должна быть не красная, а серая. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Привет-привет, друзья, с вами я Кекс, Мультипульти, всем вкусняшек и мороженок. И сегодня у меня Гаррис Мод. Смотрите, я нахожусь в пиццерии в Гаррис Моде, и у меня сегодня обзор. Новые аниматроники AR. Новые аниматроники AR появились, друзья, и сегодня я хочу вам их представить. Итак, с кого же начать? Так, ну давайте начнем с Shadow Bonnie, друзья. Shadow Bonnie. Он полностью черный. Ни одного нет цветного момента, кроме белых зубов и белых глаз. Да, друзья, он прикольный. Он очень прикольный и интересный. Так, следующий, друзья, следующий у меня. Следующее. Так, ну давайте. Давайте. Вот это. Как вы думаете, кто это? Так, не надо от меня убегать. Не надо от меня убегать. Друзья, смотрите. Это новый аэроаниматроник. Называется серпантиновая мангл. Поломанная. Она вся цветная. Она сделана в виде дракона, друзья. Сделана в виде дракона. Эндоскелет у нее цветной, разукрашенный. Смотрите. Невероятно прикольная. Она как волшебная. И смотрите, на правой руке у нее... У нее голова. Маленькая голова дракона. Тихо-тихо, куда? А внутри эндоскелет. Тихо-тихо, куда ты... Куда ты стартанула? Сзади хвост, сзади цветной хвост, хвост, как у китайского дракона, друзья. Вот она, прикольная. Кстати, если нравится, можете ставить лайки. Какой аниматроник вам больше всего понравится из AR, можете мне написать. Так, ну мангл мне понравилась, друзья. Мангл мне понравилась. Она, кстати, трех цветов. Розового, желтого и лаймового. Вот она такая. Так, друзья, кому понравилась вот эта мангл, можете поставить лайк. Так, следующий. Кого? Так, кого? Кого? Вот, давайте, друзья. Обалденный аниматроник, друзья. Смотрите. Бонни Черное Сердце называется. Итак, смотрите. Он выполнен в виде стекла. Он как будто стеклянный. И разбили его. Он весь прозрачный, смотрите. А внутри него бьется сердце. Правда, сердце почему-то красное, но он называется черный. Black Heart. Черное сердце, короче. И у этого Бонни, друзья, аэровского Бонни, смотрите, черный внутри черный эндоскелет с красными глазами. Куда ты пошел? А ну вернись. А ну вернись. Вот так вот. Вот он, смотрите, друзья, черный эндоскелет и красные глаза. В принципе, ну он прикольный. И сердце как будто оно электрифицировано, то есть его включают в розетку и выключают из розетки. Включают в розетку и выключают из розетки. Короче, прикольный, мне нравятся новые аниматроники. Итак, продолжим. Кому нравится Бонни Черное Сердце, хотя оно красное, напишите мне и поставьте лайк. Так, следующий. Кого выбрать? Я уже знаю, кого выбрать, я уже выбрал. Итак, друзья, вот новый аниматроник. Маленькая красная Чика называется. Little Red Chica. Итак, друзья, вам она никого не напоминает. А ну-ка, присмотрелись. А ну-ка, внимательно присмотритесь. Вот, что у нее на голове? Догадались? Да, друзья, вы смотрите, как она одета. Она одета как будто маленькая принцесса. Как будто она в таком плащике, вот. И даже у нее одеты на железных лапах сандалики. Маленькие босоножки. Итак, друзья, вы угадали? Да, друзья, это пародия на красную шапочку. Но только аниматроник. Итак, друзья, вот. У нее на голове красная шапочка, горящие глаза, она сама вся белая, поцарапанная, ее кто-то на нее напал, скорее всего, вервульф. Может быть, даже волк, но об этом мы поговорим попозже.
Итак, друзья, если вам нравится Чика, Чика Красная Шапочка, забыл фонарик включить, вообще прикольно с фонариком, с красными глазами, напишите Красная Шапочка Чика. Мне она нравится, прикольно. Так, следующий у нас идет, смотрите, Спринтрап, куда пошел, куда стоять? Тебе никто не отпускал. Итак, друзья, Спринтрап Бабуас. Новый Спринтрап, друзья. Итак, он выполнен в виде аборигена, друзья. У него ярко-зеленый цвет. Смотрите, на глазах у него красным маркером проведена полоска. И одета золотая, друзья, золотая маска. Золотая маска надета на Спринтрапа. Так, у этой золотой маски... Куда он делся? Вот. У этой золотой маски, смотрите, друзья. Все в перьях. Вот, все в перьях. Она выполнена из золота. И он находится в такой... В доспехах, друзья, в доспехах. А доспехи золотые. Куда ты прячешься? А ну, вернись. И у него, друзья, знак... Куда ты побежал? И у него на груди, смотрите, друзья, отличие. Это не простой абориген. Это не простой абориген. Не простой папуас. Это шаман, друзья. Шаман Спринтрап. Смотрите. У него лапы и нижняя часть туловища выполнены в виде леопарда. В виде леопардовой шкуры. И ноги. Офигенный, да? Друзья, офигеть. Мне очень нравится вот этот новый... Спринтрап Папуас. Если он вам тоже нравится, напишите Спринтрап Папуасик, чтобы я знал, что... Куда ты побежал? Ну, он какой-то боязливый, он прячется почему-то, прячется. Так, понятно, да, друзья, понятно? Так, следующий у нас... Смотрите, кто спрятался здесь. А ну, выходи. А ну, выходи-ка. Итак, друзья, смотрите. Фокси Вервульф. Ну чё, друзья, не зря я говорил про Чику Красную Шапочку, а вот и волк нарисовался. Итак, смотрите, вот он. Злой волк, ребята, злой волк. Зубы, желтые зубы, одноглазый, он одноглазый, горит красным. И спереди он напоминает обычного фоксаря, но есть но. Как только мы зайдем... Повернемся к нему сзади. Смотрите, ребята. Он весь покрыт шерстью. Голова, туловище, лапы. И у него появился огромный хвостяра. Офигеть! Фокси мне очень нравится. Фокси вообще нереально крутой. Очень крутой фоксарь. Да вы все убегаете. Вот, друзья. Если вам нравится этот аэровский новый аниматроник Фокси Аэр Вервульф, можете написать Фокси Вервульф. Посмотрим, сколько фоксарик наберет комментариев. И, друзья, последний аниматроник аэровский. Это Туйчика, друзья. Друзья, она в аэр выполнена по виду классической. Классической Туйчики. Ничего нового, но... Она выполнена, как всегда, в классическом, крутом, обалденном, суперском виде. Да, Чика просто обычно, но этим она и берет своим видом, да, друзья. Это очень просто. Мне она нравится, она хоть и обычная, но прикольная. Кому нравится прикольная Чика, если я не ошибаюсь, это FNAF 1, да, друзья. Если вам нравится эта Чика классическая, которая сейчас появилась в АР, можете написать мне Чика. Кстати, не забывайте, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Все, друзья, это вот был маленький обзорчик на новеньких АР аниматроников. Вот так вот. И Спринтрап спрятался. Все, друзья, если вам понравилось... Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите крутой комментарий. С вами был я, Кекс, Мультипульти, всем счастливо, всем пока!